היכן מתקפתי? בכל דבר. אבני נומי. Третьей стороны, с этой стороны, ну, да, либо захватываем как меч, то есть безымянным и мизинцем, либо большой и средний делают, то есть то же самое, либо здесь, либо так. То есть гьякуханми, когда с обратной стороны, то есть разноименные руки. То есть, опять же, либо так, то же самое здесь, либо так, понятно, да? То есть, риотедоль, то есть, две руки захватывают две руки. Кататедоль, когда две руки захватывают одну руку. Так, либо так, либо так. Понятно, да? То есть, это четыре вида атаки. Пятый вид атаки, сюмен, то есть очень просто, то есть как мы делали замах ручу и удар, то есть рука поднимается и бьет удар, мэн. Обычно, когда я вижу так, то голова не сюда, и, то есть не сюда, то есть подрывая голову. То же самое прямой шеи. Это сюда, то есть опять же левую руку, либо сюда. И йокумен, то есть два вида йокумена есть. Есть один горизонтальный удар, либо шея, либо по кейсу. То есть это йокумен. Йокумен отсюда. И ски, когда наносим прямой удар в голову. То есть 7 видов атаки. То есть можно раз, два. Можно гьяку. Ну попробуйте. Здесь две руки сразу. Так, связываем. Делаем этот раз. Так, остановили пока. Скрипку делаем раз. Без резких движений наше все. Плечо сначала человеку. Да, ты меня поймал. Это хорошо. Да, очень приятно, царь.
Так, хорошо. Так. То есть делаем. Вы не спешим. Раз. Делаем. Узел. Так, что я еще хотел? Так, вот у нас вот свободная вещь, то есть его рука. Все, спасибо. Ну, так называемые передачи затягивающие элементы, то есть мы берем отсюда, делаем вот так, раз. Получаем длинный конец скользящий. То же самое берем отсюда, делаем два, получаем короткий конец скользящий. То есть один из вариантов этой веревки, то есть мы делаем вот так, делаем петельку, делаем раз, делаем два. Получаем скользящую петлю. То есть китайский узел, с него делаем раз, два, три, четыре. Получаем вот такую цепочку. Так. Палку поставь просто, то есть делаем вот таким вот, это что-то я запутался, вот так, раз, два, три, и получаем вот такую вот затягивающуюся. То есть и отсюда делаем, то есть чтобы видно было, то есть раз, два, три, затяжка сюда. То же самое, раз. То есть перекрываем и вот сюда. Такой красивый узел. Так. Здесь. Надо палку пока. Чтобы да, тоже. То есть делаем раз, делаем два, делаем три, делаем четыре и получаем. Ничего не получаем. Ничего не получаем. То есть у нас. Входим сюда, переворачиваем сюда, заводим вот сюда,
Это там для связывания веревок, для плетения сетки. Я на завтра попытаюсь, если у меня этот самый у вас кусочек веревки отрежу, попытаюсь сплести сетку. То есть вот такой вот план. То есть это вот так. Вот так, два пальца. Допустим, вот так. Что понял? Не, пальцы. Принудительный кузин. Простенький.